приготовим идеальный шоколадный кексик всего за 10 минут. В чашу миксера добавляем яйца, сахар и все хорошо взбиваем в течение 50 минут. В отдельной чашке просеиваем муку, какао, разрыхлитель и все хорошо перемешиваем. Ликвидируем последствия. Далее в яичную смесь добавляем молоко, масло и сухие ингредиенты. Снова все хорошо перемешиваем. Вот такая консистенция у нас должна получиться. Далее берем форму, смазываем ее маслом. Если у вас силиконовая, то это делать не обязательно. Главное, не запачкайтесь, так как я. Далее вливаем тесто в форму. Снова все вытираем и отправляем выпекаться в духовку до готовности. Готовый кекс вынимаем из формы, остужаем и подготавливаем шоколад. Легче всего его растопить вот таким методом. Далее поливаем кекс шоколадом, украшаем любыми ягодами. Я взяла клубнику. И, конечно же, посыпаем сахарной пудрой. Вот и все. Как видите, все очень просто и легко. Как и все на моей страничке. Давайте покажу вам его в разрезе. Кекс на самом деле получается очень вкусным, нежным. Мои детки съели все до последней крошки, несмотря на то, что не особо любят выпечку. В общем, девочки, приятного вам аппетита!